всей стране звучит последний звонок. И Омск не исключение. Белые фартуки, понты, учителя, которые не ставят двоек, а говорят самые теплые слова. И, конечно, рядом в этот день с выпускниками любящие родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и друзья. Этот яркий солнечный день запомнится на всю жизнь. Но расслабляться еще рано. Впереди трудные экзамены. И самый лучший выпускной! Имеющих годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных допустить всех обучающихся 9 класса гимназии номер 159. Силы терпения она потратила на наших детей. Она делала невозможное. Спасибо вам, дорогая наша Наталья Васильевна. А потом устроиться на какую-то работу и пахать уже там, с утра до вечера, с вечера до утра. Это же вообще капец.